Приветик, ребята. Ну что ж, нам, значит, надо идти за кровью Седрика. Ну вот, мы вроде бы видим. Да, это какие-то пятна. Смерть Йорвиту! Ну да, о, значит, он, короче, прошел куда-то туда. Ну понятно, короче говоря, в сторону Бендюги, то есть там, где он живет. Во всяком случае, поначалу нам надо идти туда. Я, кстати, еще подумал, что, может быть, когда найдем Седрика и узнаем, где нам идти искать Трис, может быть, еще пробежимся по городу и обшмонаем все квартиры, Седрик, да, потому что... Что, красот захотелось? Потому что я ж... как сначала... Так, ага, вот. А, это не то. Это корень мандрагоры просто. Так, а где ж кровь его, да? О, вот, ага, хорошо. Потому что, да, я ж тогда поначалу, помните, как я боялся, что людям не понравится, что я краду их вещи, да, и из этого как бы ничего не брал. А там порой можно ведь найти реально классные вещички. Типа какого-нибудь там... Так, может быть, а давай ту сторону, как думаете? О! О, вот, да, ага. Так, походу, наверное, дальше куда-то туда, да? Ну, давай, Геральт, заюзай, ну, ёлки-палки. Так, давайте, может быть, сохранимся еще. Блин, чё же не хочешь юзать-то, о? Да нет, что-то не показывают, может быть, все-таки в ту сторону. Ты заплатишь за нашу кровь, ведьмак! Взять его! Так. Отлично. Не, офигенный меч, конечно, да, чуваки? Просто пипец какой офигенный. Вообще жесть. Да, нормалек. Поимели эльфов, что называется. Так, будем брать все, вроде бы вес мы переносить можем, потому что нам, конечно, сейчас надо реально все, нам деньги нужны пипец как. Эти мечи, конечно, скорее всего, стоят вообще копейки, да, я там, по-моему, их уже как-то понабирал, да, я там, по-моему, то ли по 2 золотых, то ли по сколько. Так, ну идем мы пока что, во всяком случае, вроде бы как правильно. Так. Ну вот, да, вот его кровь. Так, а куда дальше-то? Ребята. Ну это же гнезда. Блин, а? Ну падла. Ну да, вот один из следов. Куда же он дальше-то шел? Куда-то сюда, наверное. А вот, да, вот еще кровь вижу. Ну да, так. Вот еще кровь, так. Человек, придется начать сначала. О, Эндриага. Я ж вас всех перевалил, блин, что ты тут делаешь-то, а? Непонятно. Ну хотя тоже хорошо, нам ведь нужен яд Эндриаги, помните, чуваки, нам там для кого-то... А доспеха, по-моему, нужен. То есть, если у нее... О, у нее тем более есть яд Эндриаги, отлично. А другие ингредиенты, если что, продадим. Так, значит, мы вышли на след человека, придется поискать сначала. Так что, чуваки, да, потом вернемся в город и, наверное, это самое... Так никак оно не отмечается вообще, да, в этом квесте? И пообчищаем как можно больше всякой фигни. Так куда же сначала-то начинать, я только не понял. Куда возвращаться? Ну тут только, короче, показывают эти. Как вас столько уродилось? Блин, никуда не, откуда не взялись, смотри, непонятно. Я же их перевалил, что они опять берутся-то? Так, ну что радует, это то, что... О, еще яд Эндриаги, отлично, чуваки. Потому что я же точно помню, что нам надо было. Так, значит, вот там мы встретили человека. Он сказал, надо вернуться назад. Блин, а куда ж назад-то, пацаны? Может быть, куда-то сюда надо идти?
Так, ну по идее, значит, тогда если не туда, то в какую-то в эту сторону, правильно, чуваки? Иначе куда-то вот в каком-то таком направлении половики вещей нам надо идти. Блин, как... Скритейли даром времени не теряют. Этот мужик не поможет мне найти Седрика. Ну да, вот значит, по идее, правильно идем. Блин, круто, да? Прям такой квест следопыта, да? Найди... Седрика называется. Так, куда же дальше-то? Это чё? О, вот. Что-то нашли, эй, да? Биль. Гвинблейд. Я уже не чувствую боли. Я всегда... хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Дхойна, который охранял двери, мы взломали ее. Я убил еще Дхойна. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он слишком быстрый. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно в Эйдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие, что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит: «Ты уж постарайся, потому что тебе идти первый, а я буду сразу за тобой». Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Дхойна. Как это сделать? В Эйдирне. Вместе с зараженным черной магией. Духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души. И вернутся воспоминания. Ну... Что это? Лес? Они здесь. Кито. Они пришли попрощаться. Мой лес. Вафайль. Гвинблейд. Прощайте. Геральт, куда ты подевался? Убийца королей, холера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдирн. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Руше велел тебя найти, мы отплываем. У него появилась новая информация. Скритаэли вот тоже что-то готовит. Что планирует Роше? Он очень ругался на Лоредо, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Золтан, что задумали с Кейтаэли? Они хотят отбить Йорвита и других пленников. Им твоя помощь не помешает. Когда это ты примкнул к Скайтаэлям? Да не в том дело. Их забирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Скритаэли не доверяют тебе. Мне, в общем, тоже. Но ты можешь это изменить.
Я поговорю с ними. Может, Роше или Скейтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Да, жалко, конечно, Седрика. Так, мы подняли уровень. О, кстати, его можно обчистить, представляете? Эльфийские сапоги, эльфийские доспехи. Давайте-ка поглядим, что там за эльфийские доспехи. Броня плюс 8, кстати говоря. Ух ты, смотрите, неплохие, кстати, доспехи на самом деле. Лучше, чем те, что на мне сейчас, да? Броня на один больше получается. А они меньше весят. Сопротивление отравлению больше, кровотечению больше, максимальный груз еще повышают. Но продавите, доспех ворона нам еще здоровье на 15 повышал. Не, ну в целом да, получше. Надежные сапоги. Снижение магического. Ну, получше, чем те, что на меня сейчас опять-таки. Понятно. Поговорить с Верноном Роше. Ну вот мы немножко сменили наш ибич. Встретиться с Золтаном в эльфских развалинах. Кстати говоря, мне... Прошу прощения. Мне один братишка подсказывал, что это самое... Вроде бы да, если добазариться с этими самыми... с Каэтэлями, то можно будет попасть в этот ихний город Краснолюдский. Там типа очень красиво. А если добазариться с Вероном Роше... то мы попадем в какой-то обычный лагерь. Я, честно говоря, даже не знаю, как поступить правильно в этой ситуации, да, потому что... С одной стороны, да, конечно, поприкольнее увидеть лагерь нелюдей, да, чем увидеть какой-то там обычный... Так, как-то, кстати, я вернулся в город, давайте поглядим. А, ну, вроде бы правильно идем. Чем какой-нибудь там обычный военный лагерь, да, но с другой стороны, как-то все-таки мне так не хочется подставлять Роше. Вот честно... Он, конечно, свои интересы тоже там преследовал, когда мне помогал, но все равно он мне поверил, да, и чем бы все закончилось для Ведьмака, если бы не он. Ну и плюс мне как-то Йорвит вообще не понравился, вот реально, вот как-то даже в первой части я хоть опять-таки не выступал там за этих самых, за эльфов, да, но Яэвин, или как там его звали, Яэвин, да, он какой-то, как-то мне даже понравился, да, вызывал какое-то уважение, что называется, а Йорвит... как-то мне, честно говоря, вообще не по душе. Так, ребят, куда-то выйти? Я что-то запутался-то. Ой. А, ну вот, да, вроде правильно идем. Совсем-совсем он мне не по душе как-то. Вот, там еще какие-то травки, чуваки. Ага. Вот еще в чем дело. Ну, наверное, все-таки в данной ситуации будет правильнее именно помочь эльфам, потому что вы поняли, да? Потому что все-таки действительно будет круто увидеть Краснолюдский город, потому что, я так понял, что там очень красиво, необычно, разрабы постарались, так сказать. Ну, наконец-то мы хоть немножко обновили наш гардероб, да, а то мы в этих доспехах ворона с самого начала игры бегали. И так до сих пор. Я тогда что предлагаю? Я тогда на туре предлагаю еще, чуваки, побегать по всем этим домикам, пособирать разные припасы, да, там, все, что можно почистить, Это куда, в таверну или куда? А, да, это таверна, по-моему. Вот все квартиры, короче говоря, пошмонать какие... А, нет, таверна там, значит, это, по идее, не таверна. А пошмонать, короче, все, что можно, выкупить последние части доспехов, ну и сделать по максимуму, сколько мы там сможем этих доспехов, да? Так, мы походу здесь что ли все обчистили уже? А, ну да, это же Людвиг Мерс, мы у него обчищали все, я вспомнил. И уровень же надо будет, кстати, повысить, не забыть. Так. Будь ты проклят. А вот еще какая-то халупа. Ага. Гаврила. О, вот видите, можно вот здесь 10 аренов уже нашли. Да, видите, самое интересное, что народ как бы вообще не против, да, и вот уже натырил тут у них бабла. Им вообще все равно. Две книги вон нашли какие-то. Краснолюдские накладки, нифига себе, чуваки. Еще 15 аренов.
Так, мы сможем это все унести? О, кожа, кстати говоря. Отлично. Так, а что там за краснолюдские накладки? Так, легкая кожаная куртка, понятно, параша. Так, броня плюс 2, здоровье плюс 10. Прикольно. Краснолюдский молот. Ну, это типа обычное оружие, я понял. Так, блин, можно, кстати, наложить этот прикол на свой доспех. А давайте даже, кстати, наложим, чё... Да. Так, хорошо. Да, вот прокачанный теперь у нас эльфский доспех. Хорошо. Не зря зашли. Просто я все равно буду, наверное, на тот доспех с этой тацы ставить фигню покруче, да? К слову... Так, эту дверь открыть нельзя. Буду ставить, наверное, какую-то фигню типа кольчужных накладок, помните? У меня там были. Так, тут потырить нечего, да, что ли? О, еще. Блин, че я сразу этим не занялся, да? Извините, тут если так побегать, можно понаходить все, что хочешь. В принципе, и баба подняли. Не сказать, что плохо, да? Дубину брать не буду, смысла не вижу. Она стоит там понты. Кожицу нашли. Сейчас, короче, да, займемся вот таким вот фигней. И попытаемся же по максимуму собрать нам доспехи, там меч, вот все такое. Потому что деньжат нам для этого, конечно, нужно просто пипец сколько на самом деле. А потом тогда уже пойдемте, да, наверное, к этим самым к эльфам. А, хоть мы сначала и предали Йорвита, но... В принципе, вполне можно ему теперь и помочь, чтобы вернуть... Доверие, да? Ух ты, ножные меча с инкрустацией какой-то, нифига себе. Да, я думаю, сейчас мы этого хламана продаем, чуваки. Я думаю, что дела у нас улучшатся в плане денежном. Кстати, а видите, даже если бы братишка бы мне не подсказал, все равно мы бы об этом узнали, потому что золото нам об этом рассказало. Это, конечно, круто, то, что игра как бы тебя предупреждает, что поступишь так-то, будет то-то, поступишь так-то, будет это, да? А, так, ну тут что-то живиться вообще нечем, как я смотрю. Ну да, только одна Балиса. Вообще фигня, короче. Погнали отсюда. Так, где тут еще какие-то квартирки? Ага. Может, конечно, не сильно интересно смотреть, но, с другой стороны, может быть, а вдруг мы найдем что-нибудь очень интересное, да? И вам тоже захочется обчистить именно этот домик. Так, опять-таки, секиру я, наверное, брать не буду. Так, отлично. Книг понабирали. Ну, блин, да, я думаю, что, конечно, мы там миллион баксов, что называется, не заработаем, но это, несомненно, имело смысл. Я думаю, что теперь мы реально будем побогаче. Так я не помню, мы здесь были или нет. Походу, нет. Да, да. Так, кто это? Вы перегружены, вот падла, а? Меня так. Так, грабли мне не надо. Да, но вообще, конечно, забавный момент. Я вообще впервые в жизни вижу РПГ, да, в которой ты можешь как бы спокойно обчищать дома братишек. Да, но это да. Вообще абсолютно все равно. Я даже и не вспомню больше ни одной такой игры, вот по правде говоря. Прям у них на глазах вообще такой прям борзый. Это просто пипец. Так, ладно, это мы, значит, обчистили. Эй! Ну, короче, во всяком случае, пока что нам, наверное, уже хорош обчищать. Вот разве что давайте сюда зайдем. Потому что я уже просто банально не могу это все уносить, да? Вес у меня уже, так сказать, ограничен. Эти вещички классные, да? Вон растения еще насобирали. Ну, походим пешком, в принципе, ничего такого сильно страшного в этом нет. Правильно? Так, вроде бы все. Хорошо.
Да, вот в этом плане готика рулит, да, потому что в готике ты можешь реально брать с собой сколько угодно вещей, вообще не паришься за это реально круто. С одной стороны, вроде бы как и нереалистично, да, но с другой стороны, реально очень удобно. Кстати, чуваки, я тут, по-моему, ни разу не был, что-то вообще, смотрите, какие-то такие закоулки, да. Причем, походу, тут вылезти можно, а не, нельзя. Ну да, я тут реально ни разу не был. Может, что найдем интересное. Свинья дохлая валяется. Ладно, по этой натуре нам надо сейчас найти кузнеца. Я вот, к сожалению, забыл, в каком-то направлении идти. Найдем кузнеца и, в принципе, это самое. Да, вот, все, это, короче, сюда. Впарил ему весь этот хлам. Я думаю, он уже должен будет быть на месте, потому что уже... По времени так нормально. Кстати, доспех вот этот вот довольно-таки красивый, согласитесь, да, эльфийский. С капюшончиком так прикольно выглядит. Блин, кстати, что-то его не видно. А что за фигня? Сколько сейчас времени-то? Просто если он пропал, то это печаль, потому что у него же были рецепты, которые мне были необходимы. Но может быть сейчас просто раннее утро, может быть из-за этого его нет. Я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь. Так, ну давайте бой с мечами, что мы там вкачивали. Да, вот, мельницу. Давайте еще вкачаем. Отлично, все, мельница у нас вкачана полностью. Урон дополнительным противникам 100%. Так, дальше будем, да, вкачивать эту фигню, здоровье повышает. Потом вот это, да, шанс убить одним ударом. Вероятность всех критических эффектов, шанс критического эффекта потеря крови. Ну тут, короче говоря, в принципе, оно так все идет, да, что надо все по-любому вкачивать. Вот это еще возможно, снижение урона попытаться. А потом, да, наверное... Кстати говоря, а что там вообще у нас в магии? Я даже еще не смотрел ни разу. А, это знак арт. Урон знаками плюс 5. Знак акс. Я вот квен, кажется, да? Да-да-да, отражает второй уровень знака квен. Квен отражает на 20% больше урона. Время действия на 20 секунд больше. Угу. Потом, реально, наверное, по-любому еще вкачаем квен. Да-да-да-да-да. Так, хорошо, прокачали. Давайте теперь еще, может быть, на туре подождем. Где там ожидание у нас? Где-то часика два хотя бы, чтобы просто братишка появился. Блин, а что за фигня? Братишка-то не появляется. А что так долго? Я всего два часа подождал, уже вечер, смотрите. Блин, непонятно. Может быть, надо подождать до рассвета или до дня. Может быть, типа, уже наоборот наступал вечер, из этого он ушел отсюда. Ладно, я сейчас, короче, сохранюсь и попытаюсь подождать еще какое-то время. Вернее, я на паузу поставлю. Если появится братишка, то мы с вами в записи с этого момента продолжим. Если нет, то тогда найдем какого-то торговца. Но это, конечно, будет реально печалька. Я же у него не все рецепты выкупить успел. Это вообще жесть полная. Давайте, чуваки, пока на паузу поставлю. Короче, пацаны, вообще печаль такая. Я облазил весь город, прождал, этот краснолюд так и не появляется. То есть, походу, после того момента, как это самое, мы деремся с лета, этот краснолюд где-то пропадает почему-то, и вообще непонятно, что делать. То, что я уже проверил, оказывается, что реально вот эти вот рецепты, да, на доспехи святотатца только у него есть, больше ни у кого как бы нет. То есть, походу, мы когда, короче говоря, будем уже освобождать Йорвита, да, то мы этот квест провалим, потому что мы его уже не сможем просто банально пройти. А это вообще такая печаль. Я просто так долго к этому шел, да, вы это и сами знаете. Ну как, вернее, я-то сделаю, допустим, себе, у меня там есть, допустим, чертеж еще перчаток, светотатца и панциря, да. Но серебряного меча, к примеру, у меня нету. А, кстати, смотрите, у меня, по-моему, еще есть 5 их. А, и сапоги светотатца у меня тоже есть. А, так у меня все есть, прикиньте, кроме... А, так у меня все есть. Пацаны, чё? Да, у меня нету только серебряного меча светотатца чертежа. Вот давайте даже сейчас прожженный, да, сделаем мне одну вещицу. Вот, да, сапоги светотатца. Угу. Панцирь светотатца.
Перчатки светотатца. Кстати, да, у нас все есть. То есть, в принципе, у нас только нету серебряного меча. А может быть, комплект не имеется в виду и серебряный меч, как думаете? Может быть, только доспехи? Так, значит, нам на перчатки. А перчатки, кстати, хорошие. О, кстати, перчатки классные. Сопротивление отравлению, максимальные грузы, броня на 2 повышается. То есть, давайте сделаем себе. Нам нужны, значит, укрепленная кожа 4 штуки. Давайте сейчас этого придурка купим. Так, покажи мне, что у тебя есть. Укрепленная кожа 4 штуки. О, как раз у него есть 4 штуки, чуваки. Отлично. Покупаем. Просто кожу тоже покупаем, потому что нам как бы надо. И крепкое сукно покупаем. Ага, так, у нас остается вообще понты денег, но неважно. Так, братишка, сделай мне одну вещицу. Вот, перчатки светотатца, да, давай. Отлично. Ну да, значит, на панцире нам надо еще дофигище этих, уклепанной кожи. А на сапоги тоже клепанную кожу надо. Понятно. Хорошо. Ну, то есть, как, в принципе, я бы не сказал, что все так уж и плохо, да? Ну да, перчатки реально получше, потому что у меня перчатки травника, броня плюс один. И просто количество дополнительных алхимических ингредиентов плюс один, продление действия масел, снижение магического урона. Здесь же, в принципе, отравлению, сопротивление, максимальный груз и броня побольше. Поэтому, в принципе, наверное, будут получше перчатки светотатца. Ну и в игре это не так довольно-таки неплохо. Ну, короче говоря, в целом, да, дела у нас не так уж и плохи на самом деле. Мне просто интересно, этим мечом можно пользоваться, да, если носить вне комплекта. Да, комплект, наверное, все-таки имеется в виду, чуваки, если мы кроме доспехов и меч сделаем. Просто видите, какой косяк получается. У нас все есть, кроме серебряного меча. Вот это очень обидно, конечно. Потому что, да, мы панцирь и... сапоги сделать бы себе потом смогли бы со временем, да? У нас как бы рецепты есть. Ну да, то есть нам весь прикол, что нам реально ведь нужно только серебряный меч. Представляете, какой косяк? Вот это обидно, конечно, ничего не скажешь. То есть, прикиньте, мне для комплекта осталось только один рецепт купить. И я его купить не могу, потому что этот краснолюд где-то, короче, пропал. Это, конечно, жесть. Да. Да, это реально жесть, чуваки. Ничего не скажешь. Так, ладно, да, топать нам. Я ж таки выбрал, да, поговорить с Золтаном. Я таки выбрал путь с Коя-то Элей, поэтому погнали теперь туда. Ну, в принципе, меч это такое, да. Там, тем более, сейчас серебряный меч у нас даже довольно-таки неплохой на данный момент, да. Ну, а меч там, я думаю, что какой-нибудь потом со временем себе прикупим или сделаем там где-нибудь еще найдем рецепт. Более-менее хороший, да, то есть поэтому я в принципе думаю, что такой уж прям большой печаль беды в этом нету. Главное, что в принципе рецепты у нас есть, допустим, на все тот же, так не собирается, хорошо, на все тот же этот, как его, панцирь, да, и сапоги. Это, пожалуй, реально самое главное для нас на данный момент. Так, ну, кстати говоря, вижу этих братишек. Ну да, в принципе, панцирь это, наверное, и есть самая классная вещь в этого светотатца. Да, по сути, я, наверное, даже это и делал именно ради панциря, если смотреть. Ну, реально, согласитесь, да, я, в принципе, ради панциря это все и делал, потому что там реально, ну, офигительный доспех, ничего не скажешь. Я этот комплект и начал собирать только из-за панциря, по сути. Поэтому, в принципе, чуваки, нам сейчас главное собирать ингредиентов и сделать себе этот самый панцирь. Да блин, а? О, наконец-то. Так, собрали, хорошо. Так, вот еще тут есть. Ага. Так, нам идти, походу, куда-то туда, да? Ну да, хорошо. Угу. Так, 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 да, решил я все-таки помочь эльфам, потому что все-таки интересно действительно посмотреть на этот краснолюдский город.
Хотя вообще единственное, что меня напрягает, я вот если я им решусь помогать, то мне потом придется убить Вернона Роше, потому что как-то бы не совсем бы хотелось, да, прям скажем. Очень мне обидно, конечно, блин, жалко, что меня никто не предупредил, да, сказали бы, что вот, допустим, ты подерешься с лета и все, этот краснолюд пропадет. А его реально вообще нигде нету. Я там вижу, я весь город просто обшмонал, его тупо нигде нету, и время как бы ждал, то есть так печально. Просто же самое что обидное, что я же все рецепты выкупил, да, мне как раз осталось только вот этот серебряный меч бы еще купить, и все. А так мне только сделать эти вещи, то есть, допустим, на данный момент мне осталось сделать сапоги и сам панцирь. И был бы комплект. Ну, ладно, в принципе, не важно, я думаю, что там дальше мы найдем еще какие-нибудь рецепты там с комплектами, да, или, может быть, даже можно будет купить доспехи там или меч покруче. Поэтому, в принципе, ничего в этом сильно страшного нету. Просто что реально очень обидно, что я не смогу пользоваться мечом. Ну и квест я, соответственно, не пройду. А, может быть, за него бы дали бы немало опыта. От этого места мурашки по заднице скачут. Скаитаэли выступают в Нижнюю Мархию. Они могут тебе помочь найти убийцу королей. У них там связи. Если только Йорвит доверится мне во второй раз. Белки ждут моего сигнала. Если я их позову, назад пути не будет. Если хочешь помочь им отбить Йорвита, решайся сейчас. Давай, братишка. Хорошо, так и сделаем. Ну так нас уже в городе ничего и не держит, по сути, как раз кроме этих доспехов, да, потому что... Ну, вроде бы все второстепенные квесты, которые я только мог найти, я нашел и выполнил. Глазам своим не верю. Мы поклялись, что найдем тебя. А дерзости тебе не занимать, ублюдок. Я помогу вам отбить Йорвита. Слыхали? Поможет нам удельный князь отбить Йорвита, которого он сам засадил в каталажку. Кончай горло драть. Можете синеть от гордости, скрипеть зубами. Да только без ведьмака вам туго придется. Он нам, конечно, пригодится. До тех пор, пока не предаст нас еще раз. Я слышал, что вы выступаете в Верген. Задавлю тебя, Золтан, не быть мне живо! Заткнись! Геральту нужно то же, что и вам. Если мы освободим Йорвита, вы возьмете меня с собой. Если только Йорвит согласится. Дракенборг или еще один попутчик до Вергена? Интересно, что он выберет. Йорвит приготовил план, как отбить наших. Еще до того, как его поймали. Их держат в порту на барке. Я сам ему об этом рассказывал. Теперь там держат и Йорвита. Если поможешь нам их освободить, докажешь, что ты с нами. Ну, в дорогу. Я готов. Встретимся в полночь у излучины реки. Ты что-то говорил о плане Йорвита. Узнаешь все в свое время, Гвинблейд. И без глупостей. Мы с тебя глаз не спускаем. Пойду скажу Лютику, чтобы он убирался из города. Ты все правильно сделал, Геральт. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Ну, при любых раскладах ты бы пожалел бы о том или ином решении, да, тут никуда не денешься. Так, я тогда предлагаю что, братишки? Это самое. Поменять, наверное, меч, потому что, да, лучше возьмем темерский меч, потому что... Да, видите, вот задание провально, доспехи светотатцы, то есть... Ну, что я могу сказать, честно говоря, мне очень обидно, конечно. Ой, извиняюсь, потому что... Ну, вы сами, да, смотрели, сами понимаете, как долго я к этому шел, к выполнению этого квеста, к собиранию комплекта. И самое обидное, что я живу, я не купил только рецепт на серебряный этот меч, светотатца, да. Если бы не это, то, в принципе, все было бы неплохо. То есть, собрать только ингредиенты, найти кузнеца и сделать себе полный комплект. А так, конечно, теперь полная печалька. И вообще непонятно, теперь пригодится мне этот меч светотатца или мне вообще потом продавать, потому что... Ну да, потому что, ну не вариант им вообще пользоваться. Я же, он у меня ХП сносит, то есть, допустим, сейчас будет более-менее длительное сражение, да, куда-то нам надо идти. Более-менее длительное сражение, поэтому я, естественно, что буду его менять, потому что далеко я не уйду с таким мечом, да. Просто-напросто банально, так сказать.
У меня ХП сносит, и как бы нереал вообще с кем-то там тягаться. Так, как там идти дальше? Ой, нет, куда-то мы не туда пошли. Куда-то сюда надо. Получается, что вроде бы мы сделали меч, причем меч реально классный, но в итоге мы им пользоваться, походу-то, и не сможем. Да, ну посмотрим, может быть, имеется в виду все-таки вне комплекта, может быть, если у нас будут доспехи светотаться, да, полные. Может быть, все-таки вы поняли, да? Мы сможем тогда пользоваться этим мечом, поэтому пока что поглядим. Ну а если нету, тогда да. Тогда, короче. Ну, наконец-то! Все готовы? Какой план? Поделим бойцов на два отряда. Ты ударишь со стороны пристани, мы поднимемся по реке. Я думал, краснолюды не плавают. У нас есть лодка. Ладно, двинулись. Разделимся на скалах. Так, погодите, там, кстати, я, по-моему, был квест «Мистическая река», что-то там. Да, «Мистическая река», так, а что там? Кроме того, наш герой, ну... Впрочем, это уже совсем другая история. «Мистическая река», у меня квест пройден, то есть я думаю, что нам нужно будет потом подниматься по реке, помните, там писали? Мне написало, что квест пройден. Не провален, а пройден. То есть я что-то не врубаюсь немножко. Ну ладно, короче, погнали, куда там надо идти. Давайте, чуваки. Будем топать, да? Чего, вы не можете нахер одного завалить, братишки? Так, куда там идти-то? Я что-то не врубаюсь. Направление-то хоть подскажите. А, не, мне наоборот, мне в другую сторону, братишки, надо идти. Да-да-да-да-да. Угу. Давайте сразу меч достанем. Темерский. Так, вроде бы куда-то в том направлении нам идти, да? Ну да. Засейвиться. О, можно засейвиться. Отлично. Ну да, я так понимаю, сейчас же, наверное, нас будут ждать какие-то бои, да? И, естественно... Что такое? О, нифига себе, там что-то происходит. А, они с Эндриагой делятся, стражники. Сейчас мы вам устроим, ёпты. Нифига себе, ребята, что творят, а, скоты. Ну, давай, ёпты, о, нормально. Нифига себе, махач, у меня же даже подлагало маленько, да? Нормально. Да, хорошо. Ты падла, а? Ну чего вы толпой не можете этого стражника что ли убить? Братишки, чего вы гоните-то, а? Вот и все, ёпты. Три часа валите одного стражника какого-то. Подождите, только не спешите, я хочу братишек пообыскивать, да? Ну хотя, видите, с них что-то только короткие мечи падают, то есть... Ну да, собственно, короче, брать с них-то особо и нечего, я смотрю. Ну хотя будем все подбирать, потому что нам деньги, как и прежде, очень нужны, да, нам надо очень много чего купить. Так, навалили, хорошо. Что там, подниматься надо, да? Братишки. Ну да, ладно, все, короткие мечи больше подбирать не будем, чуваки, потому что это натуре не дело. Загрузка пошла. Так, что делать-то? Ага. Просто идти дальше, я понял. Хорошо, давайте, наверное, опять сохранимся, то мало ли что. Не, вообще прикольно сделали, да? Типа прям боевые действия, такой штурм. Так, вроде бы нам куда-то туда. Так, а там уже сердитые люди. Мне, кстати, братишка говорил, что вроде бы нас там должен будет позвать куда-то Лареда, но я так понял, что куда же нас позовет, да? Или может быть вся фишка в том просто, что... А чё он такой живучий? Я чё, серебряными что ли меч достал или чё? А, ну да. Походу да, чуваки, потому что... А, ну да, я и смотрю, что я его так фигово валил, я его серебряным мечом, оказывается, валил. Я так понимаю, что Лорен нас уже никуда не позовет, чуваки, правильно?
Ну, пацаны, что-то эти эльфы вообще какие-то мягкотелые, да? Они могут, блин, одного стражника целой толпой завалить. Это ж пипец просто. А что они за мной бегают? Я что, типа, их предводитель или что? Короче, с них кроме коротких мечей брать нечего, а эти короткие мечи стоят там копейки, поэтому мы, наверное, обыскивать их даже и не будем. Смысла не вижу. Чё там, куда идти, братишки? Роше. Куда это они? Не знаю. Главное, они не будут нам мешать. Эанвет поведет вас к пристани. Кто поведет? Провести Скайта или на пристани. Игра сохранена. Ну хорошо, погнали. Ну, блин, стелс режим, ёпта. Не, прям вообще, ты шо, закачаешься, прям такая по... Атака, да, вообще, прям, короче, в лучших традициях жанра. Да, блин, до сих пор, вот, блин, прикиньте, вот до сих пор сижу, и до сих пор мне обидно с этим комплектом светотанца. Их предупредили? Нужно предупредить второй отряд. Слишком поздно. Вперед! Так чё, куда там идти, пацаны? Типа так? Или чё? Пацаны, как вы там спускаетесь-то? Ага. Да. Подождите ж меня, ёпты. Угу. Чем мы вам устроим, коты? Кое-то Элли валить, а? Нормально. Вот, еще какой-то братишка. Отлично. Опять одного стражника 3 часа валим. Ну, посмотрите на этих придурков, а? Это нечто. Пацаны, как же будете свою свободу отвоевывать, если вы одного бомжа убить-то не можете? Вот Геральт должен тащить за всех эльфов, что называется, да? Вообще печаль. А чё у меня надписи-то нету? Я не могу его атаковать толком, да? Какой живучий среди стражников надо дать должное. Вот, это нормальный стражник. Вот. А тут прям какой-то пипец был живучий. Да, в первой части Ведьмака, конечно, такого махача никогда не было, согласитесь, очень классно все сделано. А, под дождем еще и так все красиво, прям эпично. Таких сражений, конечно, в первом Ведьмаке их в помине не было, тут ничего не скажешь. Да, видите, я сразу 2 цели сейчас атаковал, то есть навык сработал. Ты падла. Живущий стражник, вы смотрите, попался какой-то крепкий братишка, да, что называется? Никак не завались-то, а? Наконец. Так, там еще на корабле какие-то братишки, да? Ага. Блин, эти здоровые кабаны, пипец, какие крутые, да? Так, был бы у меня меч бы получше, конечно, да, вот тут меч светотанца, сейчас бы было намного легче бы ему навалять. Хотя хоть стальной меч достал-то. За что-то ему мало урона наношу совсем. Ну пипец, он такой крепкий, да, я ему вообще, знаете, я ему вообще урона почти не наношу.
Нифига себе, какой он крепкий. Я-то. А можно эти вещи собрать? Давайте, там аж два арена. Нифига себе, бешеные товары. Странно, а здесь не лагает, да? Там лагало. О, смотрите, как я только что, да, серию такую провел, вообще закачаешься. Да, видите, навыки имеют значение, то есть я вкачал себе и теперь могу эту мельницу применять. Да, блин, если бы эти два здоровых кабана, да, бой был бы вообще простой. Это два, блин, там Шварценеггера, их попробую завалить. Это, блин, на них времени выходит, просто пипец сколько. Я уже заколебал сейчас, ага, их валить. Уже спину его бил, он вообще без доспехов, да, в одних этих панталонах своих. Зацените, какой прикол, да? Вообще еле ему хп сношу. Давайте, может быть, поможем этим придуркам, да, вот этих мелких убить. Что убить мелких, и они будут туда агрить на этих здоровых кабанов. О, Йорви тоже стоит, ждет. Так, валим. Ага. Дайте мне квен, братишки. Ну что, думаю, такой толпенью они его должны завалить, правильно, ребят? Что происходит? А как ты думаешь? Так, освободить Йорвита. Давайте-ка да сохранимся, ребята. А чё, на товаров натырить тут нельзя, что ли, с них? И нифига себе, сколько чуваков навалили. Дайте еще хоть что-нибудь натырить-то. Вот смотрите, один арен. Да, чуваки, конечно, вообще какие-то нищебродские. Либо меч, либо один арен, там, либо два арена, да. Непонятно, как так можно-то, ребята. Ну ладно, давайте освободим. Собственно, к этому-то ведь мы и шли, да. Спасибо тебе, Геральт. До свидания. Ну что ж, я теперь... Я знал, что ты снюхался с этими ушлепками, мутант. Чувствуешь себя героем? Если вы отчалите, я сожгу ваших девок живьем. Отплываем. Наши женщины готовы к смерти. Я на это не готов. Я иду за ними. Блёдет хойне. Так что, надо типа спасти эльфиек, да, я так понял. Спасти эльфиек или догнать Вареда. О, давайте лучше догоним Вареда, ребята. Дайте дорогу, придурки. Или нет, давайте внутри лучше спасем эльфиек, ребята. На самом деле... Лареда, конечно, ублюдок, но эльфиек спасти важнее. Так, я так понял, сюда нам надо идти, да? Я чё, я не понял. А, да, вот открыть. Ну. Так, натырить нечего, да? Влезь, братишка, давай, давай, давай. Ага. Ребята. Ой. Бежал. Да блин, да не надо спускаться. Лареда стягивает подкрепление. Надо уходить. Вся башня снизу горит. Прыгайте. Развяжи нас. Помогите. Так как развязать-то? А, вот отпустить. Ага. Ну ладно, пускай убегает этот придурок, да, Лареда, фиг с ним, я лучше телочек спасу. А, ага.
Это важнее, пожалуй, все-таки жизни, да? Человеческие, эльфийские, это 100% важнее. Я сдох. А почему? Я что-то не понял. Ладно, сейчас, короче, пройдем этот квест, и на сегодня, наверное, все, чуваки. Походу, надо как-то быстрее их спасать или чего, я, честно говоря, понял, в чем дело. Так, кстати, деревенщина, да, с лопатами на меня напала, это так забавно было, конечно. Ведьмака завалить толком никто не может, да, а тут... Погодите, а, это я его еще не освободил, типа, я понял. А тут, короче, деревенщина с лопатами решила ведьмаку навалять. Это, конечно, было нечто. Спасибо тебе, Геральт. Ага. Ну что там, ёпты? Ну давай, да, я понял, что он там поджигает, эта скотина убегает куда-то. Хорошо. Так, я же хоть первый меч достал, да? Ну да, стальной. Ну да, вот ливен какой-то. Да вряд ли. Так, надо сохраниться, ребят, а то мне заново потом всех этих придурков валить как-то совсем, а, нельзя, я понял. Придется, значит, все время их заново валить. Но главное, нам вообще, короче говоря, не сдохнуть опять, да, чуваки, давайте. Я же, правда, я так и не понял толком, чё я тогда умер. Ну ладно, неважно, собственно. Да чё вы орёте-то? Я уже поднимаюсь. Правда, да, вот как-то так все, конечно, долго это происходит. Просто пипец, как? Так. Подняться. Где Лореда? Сбежал. Квинблейд! А, да, видите, я очень долго просто их освобождал, получается. Вся башня снизу горит. Прыгайте. Развяжи нас. Помоги. Да развязываешь, ёпты. Сколько вы хотите, чтобы я вас развязывал? За пару секунд, что ли? Ну, что дальше? Ага. Давай, братишка, убегай. Красава. Вообще так эпично, короче. Прям как в боевиках голливудских, да? Горит сарай, гори и хата. Лореда ушел. Ему недолго осталось. Если его не прикончат местные, это сделает кто-нибудь еще. Это не важно. Ты спас наших женщин. Мы в долгу перед тобой. Помоги мне найти Трис и убийцу королей. Тогда мы будем в расчете. В таком случае, на Верген. Отходим! Вернон Роше уплыл отсюда без проблем? А что ему сделается? Мы поговорили немного, пока ты шел на скалы с лучниками. Я хочу, чтобы он понял. Он смог уйти только потому, что я ему это позволил. Типа воспоминания какие-то, да? Что-то в этом роде. Вы... Подождите, братишки, вы чё? Ага. Темерский особый отряд. Создан... Чё это только что вообще было? Ветераны, профессионалы. Лучший из лучших. Это конец, Роше. Видишь гербы? В моей коллекции не хватало только темерских лилий. Я победил командиров всех особых отрядов на севере. Теперь я смогу объединить с Каэтаэлей. Заканчивай, что начал. Я не люблю тебя, Роше. Два ролика одновременно, походу, идет, или чё? Проглючило, конечно, вообще по-жесткому. Живи. И помни, кто тебя победил, потому что я могу сделать это еще раз. И самое интересное, что я же не победил Роше, да? Он мне навалял. Ты совершил ошибку, Йорвит. И ролик пошел все равно. Тоже забавный момент. Ну да ладно. Так, это значит, мы уже приплыли в этот Верген, да?
Сейчас увидим город Краснолюдов. Давай, ёпты. Ага. Глава вторая. А это такая. Три тысячи человек. Прелюдия к войне Аэдирн. Ладно, чуваки, мы сохраняемся. И на этом, короче говоря, будем заканчивать. Кстати, очень забавный и необычный прикол. Я, кстати, не знал, что такое есть в Ведьмаке 2, да? То, что здесь можно отыгрывать некоторые роли, да? Помните, мы играли за Трис, когда надо было задавать вопросы. Потом вот поиграли за этого эльфа. Правда, весь прикол, что мы битву слили, но почему-то в ролике мы все равно победили. И ролик потом сам по себе как-то промотался, или что, я так и не понял. А теперь вот вообще играем за какого-то лысого полководца. Я помню, какая была тишина, когда об этом услышали в Венгерберге. Во дворце. Прикольно. Необычно, честно говоря, больше таких игр даже и не вспомнишь, да? Чтобы можно было отыгрывать за нескольких персонажей одновременно. Там. Пускай даже эпизодически, но все равно сделано. Несомненно, прикольно. Ладно, чуваки, на этом натуре все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, ребята. Пока.